Их перемешайте между собой. Теперь вся эта конструкция собирается на кисть и выкладывается на готовый и просушенный типс. Выкладку вы можете выбрать как по всей работе, так и где-то с краю. Я тут же дорабатываю уголком кисти наш дизайн. И если вам все нравится, вы можете так и оставить. Если что-то не устраивает, вы берете гель, тот, которого, по вашему мнению, не хватает, и дорабатываете ваш дизайн. Удачи в исполнении!